сорт груши под названием хоюро. Это один из серии китайских груш, вот таких округлых, бронзовой краской. Сегодня, на 14 октября, лист уже начал краснеть, желтеть, осыпаться. Сейчас покажем плодоношение. Здесь было много груш, но пришлось пронумерировать, чтобы получить хорошую крупность плодов. Еще попала зависть под заморозки. Вот такая груша хоюро. Это кроне большого дерева есть несколько прививок. Срок созревания или поздний осенний, или раннезимний. Это первое плодоношение. Груша хоюро.